Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Ярик и Катюша. Сегодня мы играем в FNAF 8. Поздоровайтесь. Всем привет. Ну что, Ярик, ты будешь мне подсказывать? Я буду проходить. Ребята, это пробная рубрика. Если вам понравится, ставьте сразу лайкосик и не забывайте подписываться на канал. Я еще немножко боюсь. Ярик, FNAF 1 и FNAF 2? FNAF 1. Вторую ночь. Сейчас будем играть. Первый старт гейм. Что они там нам объяснили? Четко танцую? Да, чамба. Я немножко боюсь, поэтому я себя так успокаиваю. Я знаю, что сейчас будет страшно. Так, ребята, все, Ярик мне будет подсказывать, я буду проигрывать. Чё? Начинается прикол нашего городка. Так, смотри камеры. Все? Так? Ну, наверное, да. Так, ребята, если кушаете и пьете, приятного аппетита. Извиняйте, если немножко будет эхо, я это все исправлю. Ну, а мы танцуем дудочки. А что у меня палец сюда тыкает? А, потому что ты возле камеры, и он, типа, хочет нажать. Так, это у нас первая ночь. 93% энергии. Мы можем... Мы не можем. Давайте вот так сделаем. Оп, теперь мы можем. Нет, мы не можем. Можем. Там какой-то звук был странный. О, уже пропал. Уже... Бонни пропал. Ну, что ты? Вторую камеру вторую. Ой. Вот он. Получается, вот мы находимся. А это камера. Блин, ты что со мной? Вот, стоит. Давай посмотрим на сцене еще, а? Все стоят. Так, ну что, ребята, все. Первой ночи будут и Бонни, и Чика. Бонни ушел. Бокси. Так. Как всегда я и говорю, все сбылось. Бонни на пятой камере. Пятую камеру. А? Чику иди проверь. Ой, сейчас Ярику по башке. Я ниндзя, да? Не можешь сразу два света включить. Могу. Знаешь, что свет тратит... Очень много энергии, вот ты сейчас батарейку все. И придется. 76%, ну чего ты, 2 часа ночи, Эрик, все у нас хорошо. Так, иди с... Вот так можно? Так, ребята. Чика ушла! На второй камере, там где большая комната. О, он приближается уже ко мне. Большая комната, 18-я камера, 1Б вот это вот. Чика где-то, где Чика? Так, сейчас, ребята, все будет хорошо. В туалете посмотри, это 7-я камера. Ну и камеру посмотри. Смотри 7-ю камеру. Чего грязно так? Приятного аппетита, пожевала, а сам не хочешь поехать. Кто-то пошел, ты слышал? Ты меня пугай так, ну! Да я слышу звук! Ну! Все нормально, ребята, тащи потихоньку. Если вы хотите, чтобы в следующей серии записывала Катя играла, пишите в комментариях, она боится, но я хочу, чтобы она играла. Это он рядом уже, считай, возле меня? Да, это третья камера. А первую ночь они нападают? Да, уже все. Эта часть, она самая опасная. Так, ребята, мы затащим. Бонни куда-то ушел. Ты слышишь, он шагает? Конечно. Танец под мышками. Да звоню тебя, испугай, ты будешь тебя танец. Не. Вон он! Видели? Так вот он за дверью стоит, а не возле двери. Ярик, я не знаю! Я не хотел! Вот он! Я закрыл! Видел его лапы голимые? И Чика, иди проверь. Его там уже нет, он ушел. Вышел он. Нет! Ты шо? Чика! Да он там! Нафиг! Ты держишь! Они меня хотят убить! Так она идет! На фон! Вот она пришла! Она за дверью стоит! Уходи, говно! Ой, мне рубашку током ударила. Да нету его там уже! Нет, если бы я тебя не ударил случайно, ты ж мне говори! А то папка... А тебе надо, у меня дома! Вот когда слева дверь. Что ты хочешь?
Могу теперь засунуть этот палец куда? Ну никуда. Получи на тебя вообще. Фокси, смотри, он что-то там песенки напевает. Это первый. А что он долго стоит? Мне энергенка вся кончится сейчас. 5 часов, папа. Мы можем затащить. Не-не-не, нормально, все, я ухожу с кадра, да, ребята? Ну это пробная серия, ребята, если что-то будет не так, вы мне скажете, что я Галима снял. Иди, Бонни, ищи. Ты должен знать, где какой аниматроник находится. Фокси сейчас будет бежать, дверь закрой левую. Все. Но я переживаю. Когда ты услышишь, что он будет бежать, он будет еще постучать. Я руки своей испугался. Он постучится. Он, Фокси же этот вежливый пацан. Чики, отдай ее кекс. Чики, отдай. На говно. Дудочки, играю я. Что, будешь вторую ночь проходить? Конечно. А сколько минут идет запись? 6. И еще одну ночь, ребята, только для вас танцую я. Мне подарок. Да заводи давай. Давай кушай. А нет, ты худеешь, тебе нельзя. Говно мне какое-то даете. Ай, ты просто худеешь. Давайте посмотрим, что тут вообще прикольно. Шоколадку я забрал. С собой. Фу, я немножко запереживал, если честно. Ну ничего, ребята, благодаря вашим лайкам и комментариям мы пройдем весь FNAF 8. Да. Что, вторую ночь? Да. Это первая. Я знаю, видишь, проверяю, знаю, молодец. Ну вообще переходил первую ночь, но чтобы тебя подготовить, я тебе сказал, что... Сейчас будет очень жестко, сейчас будет, ребята, жестко. Надеюсь, вы поддержите нас каким-то образом. Морально, кулачки вот так держи. Где кулачки? Какой черный экран. Так, ну что, начинается вторая ночь. Это мусор, я люблю. Говно. Сейчас мы отсортируем. Ой, это кадр. Эй, я ухожу с кадра, а что делать? О, вот так буду, возле этой двери рядом стоит. Хоть свет, он очень много энергии мотает. А где горит? Вы не живите! 90%! Что горит? Я тебе дам! Ты уже 22%! Я проверил, видишь? Вон он куда-то ушел уже. Вот он. Че ломаешь? Чика! А, я не средь, ладно. Хотел показать ей кое-что. Ярик, хватит мне этот, оно и струнно, что он жжет. Тут мусора. Хоть бы попить. Так, я. Это кто? Там кто-то идет. Когда жопу вытираете, выкидывайте бумагу. Ну. Слева что-то активируешь, говорит, я буду... Я танцую, у меня радость, у меня хорошее настроение. Ты куда-то ушел? Чика ушла! Вот он уже слева. А я Чику, смотри Чику! Чику, посмотри! Чика, где Чика? Где Чикуля наша красивая? Нафиг! Ну нафиг! Ну нафиг! Кнопки поламатые, что ли? Ярик угорает, это жесть. О, привет, я тебя знаю. Бля, они так нападают в этой части сильно. Ребята, напишите в комментарии, какую следующую часть... Где Боня? Боня, где? Отвали! Свет выключи. Ну нафиг. Ты так сразу, пап, не нападай, чтоб ты знал. Они культурные аниматроники, они сначала идут за дверь, а потом на дверь. Где Боня? Слышишь?
Зачем я это делаю? Ну, поворот. Энергию не сади просто. Ну не сади энергию, просто так. Когда услышишь чьи-то шаги, это вонь уже. Кто это? Сзади, сзади, сзади. Дурак, что ли? Слева посмотри. Нифига не видно. Как у негра в жопе. Твою мать! Я ж вон съел! Хватит ужать! Ладно, еще раз. Потому что надо было слушать шаги, а не ржать. Я слушал шаги за твоим ржанием, их не слышно. О, да, ребята, веселая серия получилась у нас. Проиграем еще раз. Ой. Ой! Нарезку неудачных моментов, да? Нафиг! Алло! Что ты говоришь-то? Не работает, ну? А можно телефоном жмякать? Не работает. Ты хорош, ну. Все. Все, проиграй сейчас, как обычно. Просто надо за Фокси иногда смотреть. Он не активный, когда за ним следишь. Нет, наоборот, если ты за ним слишком много смотришь, он будет сильно активный. Если ты за ним... Фух. Надо, короче, за ним не слишком много смотреть, но и смотреть за ним тоже. Немножечко боюсь. Ну, давай, Фокси, я тебя не боюсь. Не, боюсь. 3 часа ночи, по 40%. Да это не Чика. Пап, Чика под такие звуки не ходит. Говорил поменять электриком кнопки. Что? Ну? Ты сейчас открыл Фокси дверь, он сейчас побежит. А я закрою. Ладно. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайк ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!